Всем меч, пусть мы начинаем играть игру Half-Life 2. И как быстрее умереть за 5 секунд. Да, ну что, начнем наше включение в этой игре. А, прибытие. Новая игра. Проснитесь и пойте, мистер Фриман. Проснитесь и пойте. Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе. Никто не заслуживает отдыха больше вашего. И все усилия мира пропали бы даром, пока, скажем просто, что вас час снова пробил. Нужный человек мне в том месте может перевернуть мир. Так проснитесь же, мистер Фриман. Проснитесь, вас снова ждут великие дела. Я не заметил, как ты сел. Конец линии. Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити 17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити 17, что решил разместить свое правительство здесь, в цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити 17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь, или же вас ждут неизвестные дали, добро пожаловать в Сити 17. Здесь безопасно. Опять доктор Брин? Я надеялся, что в Сити 14 видел его в последний раз. Я бы не стал... Возможно, несовпадение численности. Стоять, понял. Проходи. Пройдемте со мной, гражданин. Хочешь добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити 17. Готов присоединиться к последней проблеме. Выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Какая-то ошибка. У меня обычный миграционный билет, как у всех. У меня здесь 10107, подержите с воздуха. Заходи. Помощь нужна? Нет, сам справлюсь. Внимание, ответьте на 647Е, как слышно. Назад? Я уж поболтаю с ним наедине. Я должен тебе пиво. Гордон, это я, Барни из Черной Мезы. Прости, что напугал. Я разыгрывал представление перед камерами. Я работаю на ГО для прикрытия. Надо побыстрее, а то возникнут подозрения. Я же никогда не выполню норму избиений. Да, Барни, в чем дело? Я занят важной проверкой. Извини, док, но посмотри-ка, кто здесь. Боже мой, Гордон Фриман! Как неожиданно! Я тоже не ожидал, док. Он чуть не сел на экспресс до Нового Проспект. Ну, Барни, и что ты предлагаешь? Я думаю. Тут где-то была Алекс. Может, она придумает, как его сюда доставить. Если он будет держаться подальше от постов, все будет в порядке. Слушай, мне надо идти. Мы и так сильно рискуем. Хорошо. Гордон, рад тебя видеть. Ладно, Гордон.
Тебе придется идти до лаборатории доктора Кляйнера самому. О, черт. Этого я и боялся. Давай сюда, Гордон, пока ты меня не засветил. Поставь ящик, чтобы выбраться через окно. И иди на площадь. Я тебя позже найду. Иди, говори. Ага, брат. Загрузка. Спасибо за письмо, гражданин. Докладываю, конечно, ваш вопрос касается основных биологических потребностей, надежд и страхов за будущее вида. Я чувствую и несколько невысказанных вопросов. Знают ли наши покровители, что для нас лучше? Что дает им право принимать такие решения за человечество? Отключат ли они когда-нибудь поле подавления и позволят ли нам размножаться? Чем отвечать на каждый невысказанный вопрос, позвольте мне разрешить сомнения, лежащие в основе вашего беспокойства. Сначала давайте рассмотрим тот факт, что впервые в истории мы стоим на пороге бессмертия. Этот факт влечет за собой далеко идущие выводы. Он требует полного пересмотра наших генетических потребностей. Он требует планирования и обдумывания, что идет вразрез с нашими психологическими установками. В такое время необходимо, может быть, напомнить себе, что наш истинный враг — это инстинкт. Инстинкты воспитывали нас, когда мы только становились и предупреждали нас и оберегали нас в те тяжелые годы, когда мы делали первые орудия, готовили скудную пищу на костре и вздрагивали от теней, скачущих на стенах пещер. Но инстинкт неотделим от своего двойника — суеверия. Инстинкт неразрывно связан с необдуманными импульсами, и теперь мы видим его истинную природу. Но инстинкт знает о своей бесполезности, и как загнанный в угол зверь ни за что не сдастся без кровавого боя. Он может нанести человечеству смертельную рану. Инстинкт создает своих тиранов и приказывает нам восставать против них. Он говорит нам, что неизвестное — это угроза, а не возможность. Тихо! Инстинкт тихо, незаметно тихо. Уводит нас с пути изменений и прогресса. Поэтому инстинкт должен быть подавлен. С ним нужно нещадно бороться, начиная с основной потребности человека — потребности в размножении. Мы должны благодарить покровителей за помощь в борьбе с этой всепоглощающей силой. Нажав на переключатель, они изгнали наших демонов. Они дали нам силы, которые мы сами не могли найти, чтобы справиться с этой манией. Они указали нам цель. Они помогли нам обратить взоры к звездам. Я уверяю вас, подавляющее поле будет снято в тот день, когда мы овладеем собой, когда мы докажем, что больше в нем
тебе сказал отойти. И этот день превращения, по сведениям из надежного источника. Офицер 10-8, это указание. Решение за человечество. Отключат ли они когда-нибудь поле подавления и позволят ли нам? Зачем им сюда приходить? Не беспокойся, они найдут причину. Такс. Качельки, качельки. Короче, им качельки нахер. Загрузка. Я точно туда иду. Туда не могу пойти. Продолжаем. Тихо, ты шо, блин? Просто я тебе по башке сейчас скину. Устанавливаю порядок. Возможно, 647Е, наблюдение с воздуха. Тихо. Ребенок? Че? Последнее предупреждение. Так, правильно, иди. Значит, сидрюска. Позвольте мне прочитать письмо, которое я получил. Уважаемый доктор Брин, почему Альянс подавляет наш цикл размножения? Искренне ваш обеспокоенный гражданин. Спасибо за письмо, гражданин. Конечно, ваш вопрос касается основных биологических потребностей, надежд и страхов. Наши покровители, что для нас лучше, что
Стоять! 603 вторжение! Офицер убит! Всем поставь! Черт! Я думал, ты легавый! Чем отвечу? Он на нашей стороне! Поглядите на них там внизу. Я же говорила, мы следующие. Ух, сначала. Продолжаем. Я больше не могу. Что вы? Вниманию жителей. Замечено отклонение численности. Сотрудничество с отрядом ГО награждается полным пищевым рационом. Не могу даже сделать. Ш, эй, ты! Сюда! Быстро на крышу! Нельзя терять ни минуты! Внимание! В портале потенциальный источник вреда обществу. Донести, содействовать, собрать. Давай сюда, быстро! Давай быстро на крышу! Блин. Полагаю, ты Фриман? Внимание! Неопознанная... Нам надо спешить. Комбайнов может и трудно раскачать. Но если уж это сделать, лучше им на глаза не попадаться. Доктор Кляйнер сказал, что ты пойдешь этой дорогой. Кажется, он не подумал о том, что у тебя нет карты. Я Алекс Венс. Мой отец работал с тобой в Черной Мезе. Хотя я уверена, что ты меня не помнишь. Неразговорчивый. Алекс, блин. Помнишь его по Черной Мезе? Старого администратора? Хм, только не упоминай имя доктора Брина при отце. Сюда. Ты что смотришь мне таким взглядом? Что-то затянило. Думаешь? Забавно, что ты появился Прежде именно сегодня. Один. Да не 853.
Мы помогали людям сбежать из города пешком, через старые каналы. Это опасный путь. Кажется, мы наконец-то придумали кое-что получше. И что именно придумали? Давай я куплю тебе воды. И да, кстати, рада познакомиться. Следопыт. Да чертовка! Куда она делась? Ламар, выходи оттуда! О-о, все в порядке, доктор Клеймер. Привет, Агнес. Почти в порядке. Ламар снова сбежала из клетки. Не зная я Барни, подумал бы, что он расставил ловушки и... Боже! Гордон Фриман, это в самом деле ты? Я нашла его снаружи. Он попал в переделку. У него талант находить неприятности. Мы обязаны доктору Фриману, несмотря на то, что он приносит с собой неприятности. Должен сказать, Гордон, ты как раз вовремя. Алекс восстановила последнюю часть телепорта. В этом прорыве нет моей заслуги, док. Глупости. Твой талант превосходит даже твою Давайте красоту. Давайте убедимся, что эта штука работает, ну что, ладно? Получилось? Вот ты где. Черт, Гордон, ты разворошил улей. Ему нельзя здесь долго оставаться. Это поставит под угрозу всю нашу работу. Именно, Барни. Это великий день. Торжественно откроем телепорт двойной передачей. Ты хочешь сказать, он заработал? Это точно? Потому что мне до сих пор снятся кошмары про ту кошку. Спокойно. Не надо так волноваться. Мы далеко шагнули с тех пор. Далеко. Какую кошку? Док, он все-таки не на прогулку идет. Можно ему и костюмчик что? Дать. О, боже, ты прав, я почти забыл. Барни предоставляют учесть тебе. Мне надо вернуться на пост. Ну да ладно. А вот и... Черт, убери ее от меня! Ламар, вот ты где! Я думал, ты избавился от этой заразы! Конечно нет! Не бойся, Гордон, ей удалили клюв. Теперь она не опасна. Она может только попробовать совокупиться с твоей головой. И то тщетно. Убери от меня эту дрянь! Давай, детка, запрыгивай. Нет, не туда! Нет, нет! Осторожно, Ламар! Эти приборы очень хрупки. Бог мой! Чтобы уговорить ее выйти оттуда, уйдет еще неделя. Если повезет, то и дольше. Барни, ты не любишь животных? Ты шо? А ну, Гордон, не стесняйся. Надевай костюм. Я что, не больно? Гордон, костюм сидит так, будто на тебя сшит. Ох, он ведь действительно на тебя сшит. Я кое-что в нем изменил. Сейчас расскажу тебе самое главное. Значит так. Конструкция костюма модели 5 изменена для повышения комфорта и функциональности. О, боже. Док, на это нет времени. Ты хоть подзаряди его, Гордон. Хорошая мысль. На стене есть зарядник. Твой костюм можно заряжать от источников питания Альянса, которых полно в местах патрулирования. А пока пора взяться за работу. Доктор Клеймер ждет. Гордон, встань рядом с той панелью и жди моей команды. Айзек, ты там? Да, да, Элай. У нас небольшая задержка. Да? Ни за что не угадаешь, хорошо, кто сегодня забрел в нашу лабораторию. Это же не тот, о ком я думаю. Он самый, и мы отправляем его прямо к тебе в компании твоей очаровательной дочурки. Ты готов нас принять, папа?
У нас все готово. Ну так вперед. Посмотрим. Поток без массового поля самоограничивается. Мне удалось подобрать верные параметры манифольда для базы CI и орбифольда LG. Тогда включаю ты то же самое говорил. Включаю функцию Гильберта. Эй, да, условия кстати, лотереи, насчет кошки. Два, один, у, о, господи, что на этот раз? А, доктор Штепсель. Господи, ты права. Гордон. Прекрасно. Гордон дернет рубильник. Давай, Гордон. Хорошо. Финальная стадия. Начинаем. Начали. Я не могу. Ладно. Получилось? Сам насмотрим. Эй, до! О, слава богу, как гора с плеч. Отличная работа, Изи. Это не только моя заслуга. Доктор Фримен – очень способный ассистент. Ну, давайте тогда переправим Гордона. Ты прав. Поговорим через секунду. Класс, Гордон. Мастерское обращение с рубильником. Я смотрю, не зря ты MIT закончил. Ладно, парни, твой черед. Спасибочки. Гордон, пройди в передатчик. Мы отправим тебя к Элайн. Как раз вовремя. Прекрасно. 3, 2, 1, пуск. Барни, будь так добр. Удачи тебе, Гордон. Да, именно. Мы готовы к отправке, Гордон. Бон вояж. Успехов в твоих начинаниях. Финальная стадия. Что за черт? Да это же твой чертов мозгосос! Ламар! Хэдди! Берегись! Вот он! Ламар, с ним? Да забудь о ней! Он проходит, что происходит? Я не знаю. Похоже на какие-то помехи. Гордон, не двигайся, мы тебя вытащим! Его что-то утягивает. Что все это значит? Да кто вы? Как вы тут оказались? Эй, он вернулся! Я его вытащу! Не входи в поле! Тебя разорвет на части! Мы потеряли Гордона! Что происходит? Если бы я только знал, что такое может случиться! Не волнуйся, Гордон! Вон он! Нет, опять мы его пускаем! Но это вы! Неужели... Гордон Фримен? Его тут... Он не проскочил! Но тогда... Где же он? Сзади! Ага! Выключай! Да! Выключай! Гордон! Хорошо! Выходи отсюда! Беги! Спускайся вниз, я найду тебя позже! Ладно, на этом мы заканчиваем. Подписывайся на человека, комментируйте, собственно, на мою группу. Почти! Приготовившие игры для прохождения, лишь... Игорь Летомов. Кстати, друзья, мое отображение. Я с вами лично по всем. Удачи всем. Пока.